Храм Вознесения Господня на Большой Никитской улице в Москве, который более известен в народе как Малое Вознесение, был построен в 1584 году. И именно с этого времени, с года воцарения Федора Иоанновича Рюрика, начинается история нашего храма. Но в 1584 году был построен деревянный храм. И нынешнее здание, нынешний храм берет отсчет своей истории с 1634 года. Именно с этого времени начинается бытие храма Вознесения Господня, которое свое народное название «Малое» получает после строительства дальше по Никитской улице другого Вознесенского храма, который в народе получил название «Большое Вознесение». И с тех пор наш храм стал именоваться «Старым» или «Малым Вознесением». Наш главный алтарь посвящен празднику Вознесения Господня, и в главном пределе мы как раз сейчас с вами и находимся. У храма есть два предела. Это южный и северный. Наш храм трехпрестольный. Правый или южный предел посвящен одному из святых Северной Руси, святому Прокопию Устюжскому. Святой Прокопий Устюжский – удивительный святой, потому что это человек, в котором нет русской крови, но он особо любим именно здесь, на русской земле. И новгородцы недаром посвятили этот престол нашего храма именно ему, потому что это первый юродивый у нас на Руси. Это человек, который пришел от скифов, от варяг, из-за границы, с тем, чтобы здесь обрести свою подлинную веру, чтобы здесь обрести свое подлинное предназначение. Прокопий славен, конечно же, многие об этом знают, спасением города Устюга от каменной тучи, которая должна была покрыть город, в котором многие грешники совершали беззаконные дела, но по молитвам Прокопия эта каменная туча прошла мимо города, и камни выпали на подходах к городу. Молитвенствовал Прокопия, все те, кто должен был быть уничтожен этими камнями, все те, кто должен был принять гнев Божий, они были помилованы Богом. В то время, когда строился храм, в месте вокруг нашего храма была слобода новгородцев. И именно этим объясняется появление этого святого, святого Новгородской Северной Руси, буквально в нескольких шагах от стен Московского Кремля. Северный предел нашего храма до 18 века был пределом, посвященным святителю Николаю, архиепископу Мирликийских Чудотворцев. По прошению тогдашнего настоятеля храма и прихожан, этот предел был переосвящен в конце 18 века, примерно в 80-х годах, в 1788 примерно году, был переосвящен в честь усекновения главы Иоанна Предтечи. И вот до сих пор мы празднуем в этот день престольный праздник. Таким образом, наши престольные дни – это Вознесение Господне, день Прокопия Устюжского и день усекновения главы Иоанна Предтечи. После революции храм не был сразу закрыт. И примерно до конца 30-х годов точное время закрытия храма мы даже не знаем. Но это примерно 37-38 год. Когда храм был закрыт, его не снесли, он сохранился. И до 90-х годов дошли стены. Роспись, которую вы сейчас видите, конечно же, ее не было. В храме были этажные перекрытия. Храм занимали различные организации. Ну, собственно, наш храм повторил историю многих храмов московских, которые сохранились, но были отданы в пользование каким-то организациям. И вот в 91 году на память великомученика Пантелеимона регистрируется община нашего прихода, а в 92 году в наш храм назначается первый настоятель, протоиерей Геннадий Огрисков, преснопамятный отец Геннадий, которого помнят все наши прихожане, потому что отцу Геннадию принадлежит удивительная память. Он был настоятелем с 92 года по 97, всего лишь 5 лет. И за это достаточно короткое время
до его кончины в 1997 году смог собрать удивительную общину, которую многие московские прихожане именовали общиной творческой интеллигенции. Ну и неудивительно, потому что наш храм находится в окружении и очень многих театров рядом с нами через Никитскую улицу, консерватория. И поэтому людей, творческих людей, музыки, науки, театра здесь было очень много. Иван Ильич Глазунов сделал то, что сейчас радует глаз наших прихожан. Вот та роспись с сюжетами из Евангелия, с праздниками господскими, богородичными. Так что все молящиеся, входя в храм, видят в первую очередь Евхаристию, оборачивая свой взор на северную или южную сторону храма, видят евангельские сюжеты о бревне и сучке, видят иконы различных святых, так что, наверное, сейчас уже и незаметно, что в 90-е годы храм был внутри практически разорен. Пожалуй, самой почитаемой святыней нашего храма является чтимая икона Петра и Февронии Муромских с частичками их чудотворных мощей. Эта икона составляет очень важную часть жизни нашего прихода, потому что именно они, именно Петр и Феврония, своим благодатным покровом, своей помощью молодым людям, которые собираются вступить в брак или уже вступили в брак, они привлекают всегда в наш храм множество молящихся. И именно здесь, у этой чтимой иконы, по воскресеньям, вечером, кроме времени Великого Поста и некоторых других дней, в течение всего года совершается торжественное молебное пение с акафистом Петру и Февронии. Около нее справа и слева удивительные большие иконы Божией Матери, которые, наверное, может быть, и не пользуются столь большим почитанием, как и святые Петр и Феврония, но, однако, те, которые подходят к Петру и Февронии, не могут пройти мимо, и этих икон тоже. Они были возвращены в храм, мы даже точно не знаем, принадлежали ли они нашему храму или нет. Но так или иначе, это иконы 17-18 веков, теперь, надеюсь, навеки будут храниться в нашем храме с тем, чтобы молящиеся, подходя к ним, могли почтить Божию Матерь и ее Пречистого Сына, глядя на эти иконы. Входящие в храм привыкли в местном ряду иконостаса видеть праздничную икону. Наш храм недаром носит название Малого Вознесения, что праздничную икону в местном ряду молящиеся не увидят. И это связано ровно с тем, что эта икона просто не помещается в местный ряд нашего иконостаса. И таким образом на столбе храма, в середине, между, собственно, помещением храма и притвором, находится икона Вознесения, которая таким образом продолжает иконостас. И молящиеся во время службы, наверное, даже и не всегда подозревают, что они, в общем-то, стоят непосредственно прямо перед иконостасом. Вот такое размещение, оно характерно для маленьких храмов. Около северного предела мы можем наблюдать удивительное резное распятие, которое также было изготовлено иждивением преснопамятного протоиерея Геннадия, нашего первого настоятеля, и было принесено в храм также в 90-е годы и воздвигнуто над кануном, то есть над тем местом, где обычно православные христиане поставляют свечи о упокоении душ своих усопших сродников. Около того самого резного распятия он обнаружит тоже старинную икону
Благовещения Пресвятой Богородицы. Она большая, в резном окладе, и имеет также и металлический оклад, который наложен на нее по традициям того времени, которым она была написана. Это 18 век. И эта икона Благовещения, наверное, одна из любимых икон наших прихожан. Ну, конечно, особенно в праздник Благовещения, по традиции нашего храма, которая в день Благовещения, все духовенство выходит во главе с настоятелем к этой иконе и поет величание Благовещению у этой именно иконы, а потом уже совершается каждение. Жизнь храма, который начал свое бытие в конце XVI века, до нынешнего времени продолжается. Уже более 400 лет стоит наш храм здесь, у стен Кремля. И стоят не только стены, продолжается и духовная жизнь тех людей, которые вновь и вновь приходят в наш храм, чтобы поклониться и его святыням, чтобы здесь произнести свою первую исповедь, чтобы здесь принять пречистое тело и кровь Господню, и чтобы здесь выстраивать свою жизнь во Христе.